Прошу меня извинить. Одну минутку. Я возьму у вас этот сломанный стул. Я хочу вам представить одного парня из бухгалтерии, Перрен. Франсуа Перрен. Не могли бы вы попросить его зайти в зал совета? Не уверен, что все сработает, но увидим. Я служу у вас уже 10 лет, господин президент. И при всяком упоминании о своей дочери вы говорите, что с ней что-то случилось. От этого просто волосы встают дыбом. Она попадает из одной передряги в другую. Она притягивает к себе несчастье, господин президент. Притягивает. Мсье Перрен, господин президент. Пусть войдет. Предложите ему присесть. Не понял. Усадите его за стол. Господин президент. Проходите, мсье Перрен. Садитесь, прошу. Так что, мне сесть? Ну да. А куда? Куда хотите. Ну, я сажусь. Что-то со стулом. Спасибо, месье Перрен. Можете быть свободны.